Давай. Здравствуйте, уважаемые покупатели. Сейчас я вам хочу показать, какие растения, в частности флоксы, мы посылаем для вас в заказах. Самое главное, чтобы растение было не раскормленное, чтобы у него присутствовали почки, которые вам дадут воспроизводство этого растения на следующий год. Поэтому, если выбирать потоньше и потолще, здесь все не раскормлено, здесь не перекормлено ни азотом. Единственное, в почву я добавляю только золу. Поэтому все мои растения, пусть они тоненькие, но посмотрите, какие новые почки возобновления они имеют. Конечно, все зависит от срока цветения растения, потому что те растения, которые цветут раньше, у них почки закладываются раньше. Те, что позже, позже. Но если брать растения с тонюсенькими стеблями или супер толстыми, перекормленными, всегда выбирайте тонюсенькие, потому что они наиболее стойкие, наиболее жизнестойкие. А уж если вы видите вот эти вновь образовавшиеся почки, значит, считайте, что на следующий год ваше растение будет вас радовать.